Это все, друзья, происходит прямо сейчас. Вот не надо думать, что... Что это запись какая-то. Я уже решил пить, да. Коленька, привет, доброе утро. Петля моя работает? Доброе утро, Настя. Да, это происходит прямо сейчас. У нас на часах 7:50 где-то. И такое экстремальное утро у нас будет. Утро с огоньком, я бы назвал. Со мной руководитель движения «Свободные люди» Сергей Королев. Король, можно сказать, огня. Сергей, расскажи, давай сделаем небольшую затравочку, что нас сегодня ждет. Всем привет. Сегодня нас ждет, особенно Николая, хождение по углям. Если увидите, у нас вот подготовлены угли, угли настоящие. Градус горения будет 700 градусов, ну, достаточно жаркий. А здесь будет дорожка. Ну, вот чуть позже мы это все дело зажгем, подожгем. А сейчас у нас будет маленькая такая разминочка, да, чтобы познакомиться с огнем. Практика называется «Огненный шар». Задача, смотри, Николай, взять газету. Это самое легкое. Это чисто знакомство у тебя с огнем. Так, поджигается. Дожидаешься, когда огненный шар разгорится максимально сильно. Вот так, вот так, вот так. И потом как снежок. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, все. Я понял. Огненный куличик. Огненный куличик от Николая. Ну, давай. Так, ну что, готов? Да, давай. Давай. Так. Поджигаю. Знаете, моя бабушка всегда говорила, а если кто-то будет с крыши прыгать, ты тоже сделаешь это? Нет, бабушка, сказал я, и через лет 15 решил повторить огненный шар за Сергеем Королевым. Угу. Так, ты мне скажи, когда его нужно будет мять. Вот вниз опусти, чтобы он максимально сильно разгорелся. Так, так, так. Вот, и когда почувствуешь, что все, момент настал, начинаешь быстренько-быстренько. Ну вот момент настал? По-моему, да. Давай, 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 плотнее, плотнее, плотнее. Короче, пока я экзамен провалил, друзья, ну, я предлагаю уже готовить угли. Давай просто всем покажем, что угли-то у нас будут настоящие. А, угли настоящие. Все, все очень взаправду. Так, раз, два, три, елочка, гори. Внимание, поджигаю. И да будет свет и огонь. Друзья, обязательно дождитесь второго включения, потому что мы будем, как Настя уже и хотела, макать палец в олово. Тимофею, я думаю, это очень понравится. Ребята, я взволнован, вот мой шар, пока не удавшийся. Надеюсь, с пальцем у меня получится все успешно. Не переключайтесь. Николай, сейчас будем готовить. Коль, только на серную огне. Кислоту не надо в этот раз использовать. Не глотай серную кислоту, как ты любишь. Так же, как обалдел медведь от поведения собаки, мы сейчас обалдеем от того, что будет вытворять. Коля, привет еще раз. Привет, ребята, еще раз. У меня вот такие вот глаза просто, не знаю, шары вместо глаз со мной. Как и в предыдущем включении, Сергей Королев. Я немножко волнуюсь, буду запинаться, потому что, ребят, у нас такой пикничок. Варим мы суп, суп из свинца. Сергей, рассказываем. Температура свинца расплавленного сейчас 370 градусов. В принципе, у нас все готово. Осталось такой немного кухня у нас сегодня. Снять пеночку немножечко. Вот. Смотри. Немножко дополнительного приготовления у нас осталось. Чтобы ты понимал, что, чего и почем. Смотри. Оп. Моментальное возгорание, ага. Температура действительно серьезная. Угу. У меня даже вот подготовлены специально для вегетарианцев. Вот, смотрите, чтобы определить, господи, что все настоящее. Господи. Видите, все кипит. Все кипит. Все кипит и плавится. Смотрите, вот, Николай, твоя задача не мешкать, вот, чтобы вот такого не было. Вот, есть вариант у нас для мясоедов, смотрите. Ну, вот эффект, вот представим, что это пальчик, вот, вы увидите, да? Вот. У меня нет слов, на самом деле. Так, Техника исполнения. Да. Смотри, у нас без всякой мистики и эзотерики все просто. Уроки физики. Опускаешь руку в воду, обязательно стряхиваешь. И после этого опускаешь руку в свинец. У тебя есть просто некая секунда, когда твои пальцы находятся в безопасности. Угу. Еще раз опустил, стряхнул. На камеру повторяю. Повторять
самостоятельно запрещено. Есть куча нюансов, о которых мы не говорим. Николая мы здесь подготовили, натренировали. Николай так, готов? Да, ну Николай не готов, но... А пора действовать. Так, опускаешь. Угу, все, встряхнул. Так. И не спеша. Ой, чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Сейчас, ребята. Сейчас, может быть, поглубже. Немножко так разыгрался. Ага. Так. Встряхнул. Опа. Николай, как ощущение? Слушай, ну, ты знаешь, я же понимаю, что вот этот курс, курс героя, да, он для того, чтобы уверенности придать. А, в том числе для того, чтобы ты мог делать то, что, например, твое тело не хочет делать. Потому что здесь инстинкт самосохранения тебе говорит, беги, Николай, в руки свинец опускать не надо. Ну. Друзья, маленькая сценка. Два пальца зовут Ваня и, не знаю, Леша. Стряхни. Ваня и Леша такие, хоп, искупались в бассейне, встряхнули и... Опа! Нет, вы видели это все? Вообще, это просто непередаваемое ощущение. Скажи мне, пожалуйста, температура какая там вообще? 370 градусов. Умопомрачительно. Да, просто у тебя есть секундочка, когда ты в безопасности, и вот смотрим. Оп, все цело. Итак, я делаю это последний раз в жизни специально для вас, специально для тебя, Настя, для тебя, Тимофей. Вообще у нас, знаешь, если бы мы участвовали в кулинарной битве, мы бы точно выиграли, потому что наш супчик дня лучше всех. Стряхнул. Давай еще раз, последний раз, последний давай, раз. Давай, давай, давай. Телезрители поближе, так. Так, стряхнул. Опа, молодец, класс. Палец Волова, это вам, конечно, ну, все, шуточки. Как видите, настоящий. Друзья, дождитесь обязательно третьего включения. Будет еще интереснее. У нас там уже угольки готовы. Угли и... практически готовы. Сейчас скоро уже будем побежим по углям. Не переключайтесь. Будет круто. Коля так вошел во вкус, что, мне кажется, следующее включение он будет проводить, просто держа руку в кипящем олове. Коля, ну ты уже босой. Ты уже на углях. Ты уже разулся. Ребята, привет. Да, я уже разулся. Нелегкое испытание сейчас мне предстоит. У нас идет небольшая подготовка. Сейчас мы за минуту закончим. Тропинка боли и огня, я бы назвал. Это экстремальную уверенности практику. Уверенности в себе. И уверенности в себе, подсказывает Сергей Королев. В общем-то, Сергей, ну, показываем мастер-класс. Ну что, все готово. Пускай зрителей не смущает то, что в данный момент угли не выглядят красным. Если сейчас было темно, ночь, это была бы раскаленная красная дорожка. Красная ковровая дорожка, я Николай. Я верю тебе. Смотри, твоя задача двигаться быстро. В общем, как я тебя тренировал, да, да. Готовил. Готов вообще? Как всегда не готов, но как всегда сделаю. Вот, готовься. Смотри, твоя задача быть в уверенном состоянии. Все. Если ты уверен, то у тебя вообще все четко получается. Хорошо. А технику безопасности ты знаешь. Да. Начинаем? Да, начинаем, начинаем. Немного спецэффектов. Ну что? Сергей, Николай, повелители стихии огня. Вперед! Давай, показывай. Господи, 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 господи. Все очень просто. В уверенном состоянии. Чувствую. Начинаем движение. Чувствую себя как маленькая девочка. Молодец, так. Все, мужик. Так, готов? Да, готов. Вперед, давай. Опа! Молодец. Пожалуйста. Ну, загони грязные, надо будет помыть. Слушай, на самом деле было очень круто, я хочу еще. Давай. Так. Тран-тан-тан-тан-тан-тан. Друзья, небольшая отводка. В общем, обязательно, перед этим. Не, обязательно это дома нельзя повторять, но все-таки, если решите на даче где-нибудь устроить. Не повторять. Вообще. Стопы должны быть прямо. А, на даче не устраивать, приходите к профессионалам, все будет в порядке. Итак. Давай, как учили. Флэш, суперзвезда. Бегу. Вперед, давай. Опа! Молодец. По-моему, ножки будут все в порядке. Фу. Это было очень круто. Я хочу в итоге все-таки, чтобы меня не считали вот полнейшим лузером, первое включение повторить наш огненный шар. Так, держи. Давай. Поджигаю. У меня будет мини-вариант. Ну почему мини? Максимум. Все то же самое, только на третьем эфире. Так, палец Волова макал. Опустили, по углям бегал. Бегал, остался шар. Все, можно? Давай. Сжимай, сжимай, сжимай. Ох, молодец. Сделали. Давай подведем буквально в двух словах. Что нам дают эти практики? В двух словах.
свинец, контроль над телом, потому что разум не пускает, ты берешь контроль над телом и все равно делаешь движение. А здесь на уверенность, чтобы вот если ты будешь чуть-чуть в сомнениях, то можешь совершить ошибку. Так. А, уверенность, раньше люди, когда на бой шли, прокачивали себя как раз именно углями. И огненный вот. Шар. А огненный шар – это уверенность в себе в плане того, что ты берешь и делаешь, потому что огонь обжигает, все, ну, огня может берешь быть страшно. Берешь и делаешь, и мы сегодня да. взяли и сделали. Курс героя, приходите к профессионалам, все будет в лучшем виде. Ребят, спасибо большое. Не повторяйте самостоятельно, есть Коля. Много нюансов, которые остались за кадром. Николай-то мы подготовили. Коль, я посмотрел, угли хорошие, шашлыки можете ставить уже.